Итак, мы должны активировать аккаунт продавца. Для этого нам нужно попасть в мой eBay аккаунт. Это достаточно просто, вы найдете это легко. Теперь нам нужно в левой табличке, где My eBay Views, нажать на Subscriptions. Предпоследняя строчка. Нажимаем. Опускаемся немножко ниже. И там, где у нас eBay Stories, то есть как будто бы мы хотим купить магазин eBay, нажимаем на Basic Store. Нажимаем Subscribe. Переходим. Естественно, мы пока никаких магазинов открывать не хотим. И поэтому здесь мы будем очень осторожны. Здесь нас интересует только вот эта вот строчка красная, где написано, мы не можем пока открыть аккаунт селлера, нам нужно активировать его. Активируем, нажимаем. Нажимаем, ждем. И сейчас, ага, они хотят, либо телефонный номер они хотят. Это, что можно сделать? Можно нажать Call Me Now, то есть, чтобы позвонили, и можно Text Me Now. Если телефон неправильный, то, соответственно, вы не получите ни смс-ку, ничего. Лучше здесь вам, конечно, выбрать Text Me Now. Вы получите на этот номер смс-ку. Так как я понимаю, телефонный номер сейчас может быть не очень правильный, там неправильный код, код страны, там, код города и так далее, этого может не получиться. Здесь нужно ввести правильный код. Дальше что? Вы нажимаете Text Me Now. Они присылают вам смс с кодом. Вы этот код вводите в ту табличку, которая вам появляется, и все, у вас активирован селлер аккаунт. Вот и все.